перекрестке направо поедем. На перекрестке. А где у нас перекресток? После автобуса перекресток начинается? Или там дальше? Вот мне скажешь где. Посмотри. Блин. Да сиди пока не дергайся. Чего ты сидишь там высматриваешь? Ты ничего не видишь. Ты вон знак какой. Тут только пешеход. Вон, а тот. А тот? Перекресток? Нет, ага, да? Да, и так, и так. Что это за знак? Что это за знак? Что-то нельзя. Что-то нельзя. Вот у меня ролик для этого есть. Что-то нельзя. Это пешеходный перекресток. А, это вообще заезд. Направо. С левой руки. Ну это ж не... Что нет? Это перекресток. Как так? Ну, так вот. Он же обычно крестиком. Ну... Это в билетах он крестик, а в жизни он и ромбик. Это просто направо поворот. Ну а там знак стоял какой? Что-то нельзя. Что-то нельзя. А ты куда мы, чё мы вот так вот? Тот знак, это остановка запрещена была. Лево поворотник, и здесь мы пропускаем. Кого? Да никого. За троллейбусом? Ты даже не дослушала, что я сказал. Что делать-то? Это ехать, что делать? Лево переставляться. Аккуратно, там машина. Там еще машина. Вообще стрёмно сделано. Чуть машину сделала. Какую? Красную. Прямо поехали. Когда я перестраиваться, я скажу, да перестраиваю. Во, во как надо, видишь, резко раз и пошел. Потому что то на учебку психанул, потому что. Да, не видишь, правую еду едут, почему? Поэтому я не люблю правую еду ехать. Так а что я сделал неправильно? Почему ему не пишут? Там машина, там автобус ехал. Ты прям рядом с тобой вообще-то. Ну я могла в эту дырочку. Какую дырочку? Я как бы это жить хочу. А зачем ты сказал перестраивайся направо? Ну просто хотел, чтобы ты разобралась, а ты не разобралась. Короче, подвохи, да, со всех сторон? Да не подвохи, просто вот тебе надо было перестроиться, а ты не смогла. Лошара. Пока сообразят, там поехали. В правый ряд уходи. Выбирай место для остановки. Для остановки? Да. Это что за знак? Что-то нельзя. Остановка запрещена, да? Если она запрещена, зачем ты остановилась? Это я хочу вас высадить. Ну, можно? Вообще никак нельзя. Ладно, я поняла. Нет, а что это за знак? Остановка запрещена. Да? Нет. Нет? А что? Остановка запрещена, другой знак. А это? А это? А это? А это? Опять что-то нельзя. Ну, а что именно? Я не знаю. Я не помню. Стоянка запрещена. Стоянка. Значит, я могла остановиться, да, и высадить, да, человека. Да. Сюда, а если я будешь не так перестраиваться, как перестраивалась, я сам выйду. А как, куда, когда? Сейчас, вот сейчас вот можно все. Что можно? А для остановки же. Да мы уже остановились. А, уже нету этого задания? Нет. Есть. Я его провалила. Место для остановки выбрать для... Не заезжая в автобусные карманы, давай. А, хорошо. Где можно? Вот здесь можно сейчас. А здесь, где ты едешь, нельзя? Остановиться? Да. Нет. А здесь почему можно? А потому что тут кармашек есть. Кармашек? Да. Нет? Нет, я не могу так. Я могу аварийку сейчас включить и стоять.
ты без аварийки можешь так стоять. Только это не кармашек. А что это? Это тоже проезжая часть. Третья полоса добавилась для поворота направо. Я здесь могу стоять? Можешь, ты и там могла стоять, где ехала. Блин, как все запутано. Поехали. Нет, это как все забыто. Забыто. Поворотник надо включать. Да, сначала. Когда выезжаешь. И еще... когда трогаешься, начинаешь включать поворотник. В левый ряд уходи. Это мы сейчас направо уедем. Выбирай место для разворота. И надо было в зеркало, почему не посмотреть? Я посмотрела, честно. Совсем поехали, смотри. Видишь, где мы? Вот сплошные все, да? Вот, ты стоишь прям по сплошной. Так видишь? Это же прерывисто. Ну ты стоишь промеж двух полос. Посередине двух полос получается. Так я могу тут же развернуть? Да можешь, конечно. То есть я должна была типа ровнее ехать? Конечно. Че, я сейчас не поеду. Я, короче, капец как криво стою. Ну видишь, да? Теперь да. Можно я вот так лучше? Нет. Куда? Там уже поворот закончится. Уже все, стой, не дергаемся. Ну я место правильное же выбрала. Ну место-то правильное, а встала неправильно. Успеешь? Да. Ну давай, в зеркало посмотри, никто там не летит. За регулируемым перекрестком в левый ряд перестроишься. За регулируемым перекрестком перестроишься в левый ряд. Перекресток. Нету вообще таких знаков перекресток. А как выглядит знак перекресток? Не знаю. Вот так. Это остановка запрещена, знак. Нет, ну может быть как-то без вот того, что запрещено. Желтеньким там как-то. А, так. Я понял. Не такой, который мы видели. Я понял. Ну, видимо, вон там он, да? Я не знаю, перекрёсток. Может, ты его уже проехал только что? Да нет. А что то было? Поворот налево. А светофор? Светофор это... регулируемый. Это вот, значит, светофор? Ну, вообще-то да. Угу. Только что светофор? Что светофор? Да. Что он регулировал там... перекресток? Что он регулировал? Вот здесь, вот здесь вот регулирует перекресток. Да. Здесь мы к нему можем. А там что он регулировал? Переход просто, чтобы вот, переходить. Вот, молодец. Ко мне вот некогда. Когда хочешь, знаешь же. Вот, давай, а я тоже так хочу. Ну не могу. А ты поворотник включи, попробуй, вдруг получится. Тихо. Молодец. Давай-ка выберем место для разворота. Для разворота куда? Обратно туда? Да. Вот здесь надо было выбрать. Здесь вот. Остановка. Но я не успела. Ну вот они же сейчас... Здесь будут. Остановка слева. Нельзя. Вот. Здесь можно. Вот я вижу, да, эту полосочку. Этот островок. Молодец. Умница. Куда ты? Ровненько, но дальше что? Дальше едем до светофора. Да? По сплошным линиям, да? Нет, сейчас я. Ну, сейчас-то пора. Уже нет, ну ты где поехала-то? Выпусти эту машину. А, я... Что ты? Я рано, да, сделала это? Конечно. Надо было позже? Ну. Че, сейчас могу развернуться? Да можешь.
Да, с тобой да. тоже много можно роликов записать. Ты прям вообще чудишь нормально. Что я сделала, блин, не так? Ты заехала на сплошную линию разметки. По сплошной поехала. Там был снег. Ну и хорошо ее видно было. Полосу. Блин, там же вот такая вот фигня. Такая. Ну, значит, туда надо заезжать? Только ты по этой фигне до этой фигни доехала через 50 метров. После того, как ты выехала в этот ряд. В ряд уходи. Зарегулируем пешеходным переходом, выберешь место для разворота. Это вот простые задачки, которые учат ученики у нас, чтобы сдать экзамен. А вот здесь вот это неон. Я вот здесь не могу развернуться. Теоретически можешь. Задача какая была? За ним. Что за ним? За перекрестком. Нет. Поехали. Зарегулируем пешеходным переходом. Пешеходным переходом. Вот он. Вот же он. А я бы типа раньше, да? Я тут не могу развернуться. Это перекресток. Регулируемый. Ты же сама сейчас в обратном направлении ехала. Все, understand, да, все, вон туда мы едем. Куда едем? Ну вот там, где он был. Это перекресток, а мы зарегулируем пешеходным переходом. Да. Разворачиваемся. Так, регулируешься? Регулируешься. Где мне вот сидеть? Вот я сейчас проехала. Мне где сейчас? Вот туда, куда он? Ты его еще не проехала. Вот ты его проехала. Вот я проехала. И туда, где вот эта машинка. Я вот здесь. Блин. Зеркало. Зеркало. Хвост. Вон, видишь, аж на КамАЗ. КамАЗ прицепом-то умудряется развернуться. Молодец какой. Могла бы так? Как КамАЗ с прицепом? Да я бы не села никогда на такую хрень. Все, все, друзья, мы вас подождем. Хотя могли и пропустить, да? Зачем? Нет, не надо, я никуда не тороплюсь. Но уже можно ехать в обратную. Ты-то не торопишься, но... Они двух пропустили, а нас посмотрели, ученики говорят, да идите в баню. Да? А вот сейчас вот я смогу? Ну, у меня как бы это... Не-не-не-не, не надо. Не надо так не делать? Не надо. Все, я нажала на кнопку. Прежде чем так успевать, ну, нужно опыта набраться. Может быть, и успели бы. Если бы ты ни разу нигде бы не ошиблась бы. Ну, вот в этом моменте. Угу. Ну, я ж не знаю, ошибешься ты или нет. Испугаешься или... Я-то как раз справа сижу. Вот я думаю сейчас... А, нет. Нет, он без... Он без... Троллейбус. Да он без фар, видишь, едет я его. И не видно его было. Перед троллейбусом, мне кажется, вот сейчас успеешь. Нам кажется, что мы сейчас... А, да конечно успеем, он успеет. Это надо делать чуточку быстрее. Это надо делать с головой. Ну, с умом, угу. Не с головой. Голова-то у всех есть.